Привет, друзья! Сегодня я приехал в гипермаркет низких цен «Маяк», город Оренбург, Монтажников, 37. Скоро уже Новый год. Давайте посмотрим, какую елку искусственную можно купить на праздник. Мне понравилось вот это. Это, ну, выглядит она как сосна, а не как елка. Почему-то называется пышная, выглядит натурально, смотрите. Прям как будто действительно это. И, кстати, колючие, прям такие жесткие. Сейчас я покажу ее параметры и также покажу параметры. Не похоже. Не так похоже. Хотя тоже неплохо, но она выше. Это ниже. 150 сантиметров. Елка 120 сантиметров. Но елка прям натурально выглядит хорошо. Декоративная ветка микс 45 сантиметров. Кстати, есть разные варианты. Вот, видите, тут уже нет какой-то шишки, как снежок, как будто уже напылен. Вот, они, в принципе, все такие разные. Можно выбрать, мне кажется, на любой вкус. Какой сказать? Здесь вот уже сосной такой красный. Без снежинок, но вот здесь немножко только есть. В общем-то, веточки. Я, кстати, буду себе искусственную брать, я не буду натуральную брать. 66 рублей цена. Мини-лыжи большие, P2, два размера, два ремня, две лыжи. Ну, тут плохо можно разглядеть. 135,90 стоит по снегу ходить. Очень много, большой выбор всеразличных гирлянд. Я не буду на каждой акцентировать. Вот и за 739 рублей есть 192 лампы. Вот тут, ну да, она длиннющая будет. Это самая дорогая. Вот за 400 рублей 72 LED-лампы. В розетку втыкается, соответственно. Также есть у них такие датчики, которые можно там мерцание менять. Все. Вот 152 рубля, 9 метров, 200 ламп. Это тоже. Вот 100 рублей, 1,5 метра. 4 режима. Вот тут вот эти красивые. Как-то под елочку сделаны в стилистике. Электрогирлянда фигурная. 231,90. 1,5 метра. Так, вот 10 метров большая, длинная. IP56 даже, от влаги защищена. 249 рублей. Вот такие гирлянды. Сейчас самое время, скоро будет покупать. Вот, смотрите, красивые какие шарики. Мне нравится, когда покрупнее. Я вот мелкие не люблю. Хотя мелкие тоже хорошо смотрятся, кстати. Вот 1,5 метра 169 рублей и 5 метров 500 рублей. Также мишура все различные тут есть. Вот эти кольца, кстати, да, как американцы всегда на двери вешают. Ну, мне почему-то как венок напоминает, я не люблю. Не знаю, у меня ассоциация с венком. Может быть, конечно, и зря. 97,90. Венки эти. Интерьерные украшения, ветка ясень. ПВХ 43,21 на 1 сантиметр. 57,90 цена. Мягкая, блестючая ясень. Ну и вот еще коротко вот от таких вот звезда на елку 52 рубля. Сердечки с цепочками тоже. Ну это все украшения на елку. Звездочки, все разные бабочки. 47 и 52 рубля. Ваза цветы называется. 23 сантиметра в длину. Объем не вижу. Сейчас поищем. Вот. 89,90 стоит. 1 литр. Материал стекло. 89 рублей. Кувшин стеклянный. С пластиковой крышкой. Красная пластиковая крышка. Кувшинчик с ручкой. Довольно-таки тяжеленький, увесистый. Стекло толстое, не тонкое. Вот, посмотрите. Ну, материал стекло, в принципе, 1,5 литра. Что тут еще сказать? Вот такой рисунок, узор внизу. 139,90 цена. Стакан Рока на 390 миллилитров. В современном исполнении граненый стакан. С этой стороны глянец, снутри он такой, когда как гранулы идут. А снаружи прям просто скользкий, глянцевый, обычный. 56,90. Вот такая кружка мне нравится, кстати. Хорошая. На 420 миллилитров. Дымка называется. О, дно какое у нее толстое. И сама по себе хорошая. Чай, кофе.
много, 420 миллилитров. 93,90 стоит. Бананы в шоколаде. 90 грамм упаковки. Видим мы тут большое количество всеразличных витаминов. Если это действительно так. 49 рублей цена. Конфеты мексиканка. Пралине с шариками. 500 грамм. Очень симпатично выглядит. Вес 500 грамм. Вот здесь видно производитель. Нет, только дата изготовления. Ну, в принципе. 118,90. Конфеты марсианка. Вес 1 килограмм. Смотрите, здесь кто-то вот порвал пачку, можно посмотреть. Вот так они трюфельные выглядят. Есть зеленого цвета, есть коричневого. Я так понимаю, там с разными вкусами они будут. Чизкейк. И трюфель, да, все правильно. Чизкейк и трюфель. 251 рубль. Орешек внутри. Кокосовые конфеты в шоколадной глазури. Малибу. Смотрите, как красиво выглядит. Очень прикольно. Такая упаковка хрустящая. Малибу. Попробуй рай на вкус. Люблю кокос, люблю баунти. Но они легкие прям. 140 грамм всего. 62,90 цена. Конфеты шоколадные в форме сердечка. С пожеланиями. Тайна сердца. Вот, в виде сердечка они сделаны. Вот так. 500 грамм. Ну вот, посмотрите, если кому-то интересен состав, тут он очень большой и длинный, я зачитывать не буду. 183,90 цена. Зефирная палочка в шоколаде. Гармония, 500 грамм в упаковке. Зефирная палочка очень классно выглядит. Ну, красиво, симпатично, по крайней мере, аппетитно хочется ее есть. 99,90. И давайте еще посмотрим рядом на конфеты птичье молоко. 600 грамм за 146,90. Вот они. В таком классическом исполнении, как раньше в детстве, я помню, были, в коробках продавали. Ну вот, посмотрите, если кому-то надо. С ванильным вкусом, птичье молоко, шарм. Конфеты глазированные со сбитым корпусом. Арахис жареный в сахаре, 500 грамм в упаковке. Восточные сладости, хрустики. Но я больше предпочитаю соленый арахис, сладкий я не люблю. Краснодарский край, город Тихорецк. Хотя арахис люблю, но только соленый. Цена 101,90. Конфеты Чио-Рио, 500 грамм в упаковке. 136,90 цена. 500 грамм. Чио-Рио классика. Вот они так, это внутри, да, они так же вот. Вкусные, 136,90. Печенье Хрумченье, 750 грамм в упаковке. Хрумченье, интересное название. 0% не содержит пальмового масла и трансжиров. 129,90. Черный чай, новогодняя коллекция, овал, 100 грамм вот в этой упаковке. Железная банка. В принципе, я ее называю как подарочный вариант новогодний, так можно. Ну, легкий такой, легкий такой подарочек, когда не надо там что-то. Кстати, в разных идет расцветках, банках. Вот смотрите, рисунки покажу. Лондон, Прайд. Это индийский. Вот красиво тоже выглядит Лондон, Прайд. Так, давайте по ценам. Дедушка Мороз. 140,90. Новогодняя коллекция. Чай черный. 130,90. В принципе, тут запутаешься, у них ход у всех 130-140 цена. Не знаю, они так расставили тут целую кучу. Вот тут вот разные. Какао-порошок СВ 200 грамм в упаковке. Цена 26,90. Какао Несквик. Какой какао? Написано какао Несквик. Ой, не то. А вот теперь то, какао Несквик. С какао из Западной Африки с витамином D и С. 1 килограмм вес, выгодно. Nestlé изготавливают. Разбуди молоко. 263,90, 1 килограмм. Капучино. Ванильный аристократ.
300 грамм в упаковке. Я люблю капучино. Не всегда. Конечно, в основном я пью черный кофе. Но капучино иногда так хочется. Когда особенно с какой-нибудь, с бутербродом, с какой-нибудь булочкой, пирожным. 120,90 стоит. За эту же цену есть также амаретто капучино и классика. Капучино классика. Цена одинаковая, 120 рублей. Ну, друзья, ну на этом пока все. Большое спасибо всем за просмотр. Всем пока, до новых встреч.